Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я представлю вашему вниманию ягодный десерт. Он очень простой в приготовлении и очень вкусный. Для его приготовления я использовала свежие ягоды клубники. Можно использовать любые другие ягоды. Я ее вымыла и избавила от плодоножки, уложила в креманку, а сверху накрыла кремом под названием пломбир. Как его приготовить, я оставлю ссылочку в описании под видео. Этот крем напоминает мороженое. Сверху украсила тертым шоколадом, кокосовой стружкой и веточкой мяты. Все. Теперь наслаждаемся этим нежным и ароматным десертом. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Живите вкусно! Пока-пока!